Минимизировать количество захороняемых отходов в Доме правительства обсудили создание в Чувашии объектов в сфере обращения с ТКО. По словам главы республики, работу начали совместно с Российским экологическим обществом. Для того, чтобы реализовать эти проекты, утвердили дорожную карту. В первую очередь надо будет определиться с земельными участками под строительство 3 мусоросортировочных станций, пояснил Олег Николаев. Важно предусмотреть и создание еще одного объекта, который необходим для полной утилизации ТКО. На создание, очевидно, всех этих объектов инфраструктуры потребуется достаточно приличное количество времени. И для того, чтобы их реализовать, конечно же, нужны серьезные финансовые средства. Для этого мы с вами договорились, что будем действовать комбинированно. Комбинированно действие предполагает, что мы, разработав проекты, естественно, будем претендовать на грант правительства Российской Федерации на реализацию данной задачи. Ну, все оставшиеся средства будем привлекать через или совместно с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» через концессионный механизм.